мне нужно пофофнуть. На 2 минутки сейчас зайду. Танку трини? Наверное, сомалийский. У него там какая-то плохая трини вторая. Она им не нравится. СВК или... Сомалийский еще не СПД забрал. Куда ему еще и танка трини? Согласна, блядь. Да вы же ее бесполезной все равно считаете. Вы же все равно бесполезной считаете. Я хочу эту трини себе забрать. Я ее каждый нахуй рейд вступаю. Какую трини? На броню. А, да не, я все задоначу на черную пятницу с Кидроса. Бои. Я устал. Знаешь, как устала я, блядь? Я хочу забрать эту три, чтобы ее потом забрал себе, а она не падает. Да, она не падает. Соответственно, я ее не заберу, хрен знает когда. А вот микстурки упала с первого трая, вообще заебись, да? Чай принесу и помогать. Хочу открыть клуб хейтеров на кусту. Так хорошо, что ты у него общаешься. Раз. Она будет там одна в этом клубе хейтеров. А весом и XD это специально под праведным низусом лупят, чтобы типа обосрать то, что танков, то, что они агро не держат? Нет, я специально, чтобы ты как бы что-то сказала об этом. Он хочет твоего внимания. А можно поподробнее туда? Мадвиджи сказала, убрал. Спасибо. Спасибо за внимание. Ты сделал убил? Люблю тебя. Сделала обрезание. Что дайте пати? Всем привет. Я ж тебе только что дал пати. Нет. Вы меня игнорируете. Зая, ты тут вообще? Че ты его назад? А дрон качал, что ли? Ты, блядь, я покажу. Охни. Что сказал он? Че трибут? На 2 минуты. Микстур вытянешь генерала, че при... Короче, не хочет меня качать эти адоны. В смысле, раздача не идет или что? Не-не-не, все нормально. Ну, чтоб не летать, можете в дерево там упереться. Да он просто еще не подошел. О, а тут файлы некоторые, блядь, побольше весят нас. Я ж говорил, там на фроста в Т5 обзор показывают и... Вы хитите, хит сомалийский у него там рефнусный. Как-никак сработал. Плохо хилить. Алика он ну, при этом пускаю. А, стоп, у нас попал я сёрпрямы. Может, холли пау.
Бля, где микстурка? Вон. Там танчит подальше. Чё, всем, блядь, хилам нахуй? Алло, блядь, сведите мой бог-то. Командира, подведи микстурка, нам хилам сейчас бегать полдня, блядь. Да я сам буду хилиться, бейте. Проверяем 32 секунды. Я меткость скачал, да, в ЛП, проверяем 32 секунды. И чё у тебя там по меткости? 17%? Магия. Так, магия. Смотрим меткость. Нет, показывает 11. Не, ну показывать там все что угодно. Ты должно показывать. Все нормально, не парься. Тебе Алиса говорит, все нормально, не парься. Да я слышу. Ну и все, что ты паришь стыдно. Раз Алиса сказала, то надо не париться. Ну, типа, эти таланты два не отображает. За сомалийским хил идите какой-нибудь, видите, он там-то это забирает. С другой, слева, за спиной нас. Сомалийский, прижимайся, я недалеко еще. А. Ты полетай, а вот этого давай мне. Твое любимое дерево есть. У нас Алиса. Я не летаю. В облаках. Я МБУ 2 сала была. Вернее, нет сала. Едь на Украину будет. И колбаса будет. И колбаса. Я поросенка домашнего, а потом я его зарублю на сало. Ой, тебе не хватит. Тебе не хватит, ты жалко тебе устанет. Я бездушный и безжалостный ДК. Славно, ой, прости. Ты настолько эмоциональный, что я не знаю. Ты врешь все. Я не вру. Честная пионерская. Что ты знаешь о пионерах? Интересно, Алиса. Ровно ничего, наверное. Они в красных галстучках ходили. Они в красных галстучках ходили. В белой рубашке. И в обтягивающих шортиках. Жилых женщин. Ударение на букву П таких пионеров называют, да? Пионеры, блядь. Мосов кота пипал, хулипал. Обтягивающих штанишках. Такой микстурка жирный стал. Да я ничего не помню. Пинку завел просто, вот кушает сало. Микстурка, сколько ты весишь? Где простя, бля? Путаница. Ой, путаница. Она путаница это, что? Она за это фелдшером пойдет. Так, все, я захожу сейчас. А чё, может сделаем так, что у нас будут первую копию 2, ну, 2 милика плюс танк. Вторую копию будут также бить 2 милика плюс танк. В других случаях милики будут стоять в стороне и курить где-нибудь. Не знаю, это тактика для раков, мы бьем по стандартной. Ну ладно, пусть.
70 стаков forever. Делаю я релоуд. Логаут, точнее. Текстурыч. Ну так, что ты там настроил? Нет, я же говорил, мне перезаходить надо было. Господи, ну перезайди вон, пока мастер логался. Перезашел бы уже 100 раз. О, скаду, да? Установил. Окей. Ой, ну он затас установил. Да я тоже сейчас включу пока. Прям интересно, сколько же этот трини абсорбит по рейду. Особенно в темке мне хочется посмотреть. Я не знаю насчет трини, он написал, что Т5 там показывает абсорб. За трини не знаю. Показывает абсорб в этой трини. Лечение поглощения. Хранить фрагмент. Не. Начать новый сегмент. Сброс. Текущее лечение поглощения. Так. Так, микстурка, давай. Выходи. Роли МДшника. Так, микстурка на первой копии, Алиса на второй, Самалиски на третьей. Рыба была, была. Чего вам не хватает? Мне любви и ласки, а еще... Лапы не хватает. Чего? Говорю, царю не хватает любви и ласки, нахуй, причмо к ним. Царите ко мне. Не пойду я к тебе, падшая женщина. Ладно, да, я сейчас на тебя обиделась. Вот и все. Все, увози меня отсюда, раздавака. Все, ну их. За 100 морей поскорей, да? За 100 морей, да, поскорей. Сопляй, микстурка. Ладно, пошли, мне хилить надо. Цирк приехал. Вот как ты так будешь и ебало не получаешь, а я получаю все. Алис, это профессионализм. Вот стажеров тогда поебалы получаю. Я раньше типа не получала от него поебало, а как ему фрейм уменьшили, стала получать кохрь. Ну, не фрейм, а вместе с которого он играет. Забирай вторую.
чем? Какой большой. Это он на лису увидел, возбудился. Восемьдесят два стака дает даже. Господа хорошие, тут ебалом стоять не будет. Плохая идея, да? Хуя на царь тебе не апать на этом боссе. На этом естественно, еще бы она мне здесь апал. Урон только по танку проходит. И по долбоебам, которые под клипы лезут. Понял, Саджира, да? И мне, кстати, не стыдно за свои слова. А кто обидел, сидите на. Хмурый ману залей по мастершам. Ну, ты мне скажи, она вообще прокает у меня эта триня в твоем происходе? А поглот можешь да, потом? Поглот, я могу даже линкануть. Скади не показывает, сколько именно триня дает. Но рекаунт показывает. И с поглотами вместе, да? Да. Че, нормально стоим или ближе как-то стать к нам? Между боссами стойте и хильте всех троих. Короче, линканете потом. Надо поспрашивать, может еще там аддончики какие-то толковые есть. Сомалийского захил. Китами залей ману мастершам. Ну, я всех хил по КД. Ебать, Алиса, да, хоть третья по поглоту ворвала. Да, у Фроста вторая, да, хода царя перегнала. Не, линкани по поглотам, что там. Алиса просто глотает, а это поглощение. А вот лечение и поглощение. Нихера себе трини наабсорбило, вы что, серьезно? Привет. Привет. Даже теленка, ну, я не знаю, она только по тебе. Не знаю, это, блядь, она теленкует. Кончилка. Ну, я так понимаю, мы сейчас микстурка в ТТ, да? О, привет. Утихните его, а? Ты заебал, чё ты? Всё, давайте полить, что ли. А чё это подождите, за ману. Сын шакала зашёл? Смотри, блядь, именно с кадом мне лечение... Ага, там поглот, походу. Поглощение возьмём. О! Вот тут уже показывает более-менее такое. Но Алиса все равно по скаде поглот не показывает. Вот, лечение и поглощение. Блин, кто там что говорил за триня, да? Говорит, говно, да, триня? Сажир, это ресники, молодец. Блядь. А, он отошел минуту. Что, я квест возьму? Квест возьму, тогда, блядь. Вот сейчас в тёмке её мастер зачекаю вообще, как она. Ну начала. А не, я, наверное, буду во тьме, а ой, назад и перпал будет. Я в свету буду танчить, я так понимаешь. А не, Алиса будет, я в ДД, отлично. Нет, ты будешь... А, сомалийский будет тьму, нормально. Пуляем. Ну ты попал в свет, ой, назад и китами, я во тьме. Что, не так, я что ли? Во тьме. Китами. А зачем тебе во тьме? Я хочу посмотреть вот. По аддону. А. Ну тогда это, слышь, что скажу, не зима, не лето. Тогда подиспелишь, там посадил. Вот, тесты треню. Вперед. А у Саджира фетиш умирать, да?
Я он не вставал. А, он не вставал, я понял. Ну он еще раз сдох. Заебись. Ну че, лунки? У нас ни хантов, ни рогов. Эх, мы вступление снимать. Нет, мне надо лучше. Не показывает винин. Скажу. Прожимку отдать. Сомалийский, дай прожимку. Я уже давал одну. Ты один всего. Я понял теперь. Давайте мы еще на нем будем вайпаться. Нет, давайте. Прохил, блядь. Гимн на хп. На следующий гимн дает хуй назад, если он не на КД. Да все нормально, я захилил. Наверное. Нет, Риню свою не показывает. Мурый ко мне подходит, красавчик. Рекаунт показывает? Я как раз таки про рекаунт. В рекаунте оно показывает на остальных свою Триню хилу, которая хилит. Линка не общий, со скады, с поглотами совсем. Это что-то ты вообще не то линканул. Это с этого босс. Ну да, я тут один почти хилю. Я упал, блядь. Так, это нет, это рекаун. Я линканул рекаунт, он линканул тебе скаду. Нет, он, ты посмотришь, он у него, это чё за цифры вообще? Что это на 8? Вот цифры. Тебе поглот с этого босса. Ну. Можно на босс? Я на 5, пожалуйста? Ну давай на босс. Микстурка сомалийский на 5. А ну, 212к, а это еще как правда. Да посмотри, что у тебя за цифры показывают. Ты хочешь, сказать, ты хочешь сказать, ты хочешь сказать, это, ты мне поглощение вообще по всем линканул, точно. Точно, я понял. Не, мне надо в общей сложности, сколько я на абсурд. Ну, долго будем линковать, как? А, да интересно просто, успокойся, господи. Ну так ребафы долго будете раздавать? Раздали, пуляем. Нафиг они нужны, эти бафы. Потом не, я хотел, чтобы все вместе сразу. Да не, мне общий нужен был просто. Ладно, не важно, забей. Какой общий? За два босса, что ли? Нет, за этого босса просто абсурд и хил в одном. Так я линканул, вон тебя последний. Надо самому это как-то скачать и самому смотреть, потому что так было.
А ледяной доспех это 2Т5 у прото... Mm-hmm. Да. Это раньше я не смотрел, блядь, что... Показывал ли он в обычном рекаунте? Он не показывал раньше. И Т5 у престол должен тоже показывать сейчас. Почему-то скада не показывает этого подлога. Ну, значит, скада не показывает. Так, 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 так. Сейчас раскидаем патин. Экстурка вреда, Алиса свет, сомалийский тьма. Это Ойнунзад у нас в свету будет или во тьме? Ойнунзад в свету. Короче, мастер, линканешь мне этот абсорб и отхил общий. Ты пал и... Этот. Алиса, остаетесь, не заходите в порталы на переходке. Жрем рыбу. Так, по пати, кто нас разговаривает, то еще Милик. Вальтер у нас Милик, значит. Я сам будет свету. Так, первая, вторая пати. Тьма. Третья, четвертая пати, свет, по хилам, мастер Шам, китами, и царь обезьян тьма, Ойнунзад, и ты попал, свет. Кто начинает танчить с вас, Винар или Сомалийский? Я. Окей. Диспел распредели. В свету диспелит у нас Ойнунзад, в тьме диспелю я. Эвэй, идите. Этот мир вот-вот заходим. Профессиональный эвэй. Если только поставь очень ровно его, пожалуйста. Не, Алиса выходит вперед по поглот. Да я все еще ничего не накидывал, я хочу посмотреть в тему. Готовимся, Мосса выбежал. Когда бытовые. Перебежали. Я царя вообще не вижу, перебежали. Потому что я не хилю! Заебал, чё, ману экономить, что ли? Да я хочу в тёмке посмотреть, чтобы это... Ну чё, чё здесь хилить, господи, маз... Этот, ауихил. Готовимся переходить. Чё мне тут захиливать, танк? Потом ТД. Готовимся, заходим. Крутимся.
За гроз следите. Геро, не? Саджира. Так, раки детектед, нахуй. У меня тут бета сливает моего. Третья фаза, готовьтесь. Ромка, выбежу. Лена, чё ты чуть не сдохла, блядь? Зачем убить, продолжается? Тьма, стоп! Свет, вышли, блядь, пати, которых я назначил, блядь. Тьма, стоп, руки убрали нахуй от босса. Все, бьем. Ромка. Стоп, тьма. Мастер, я выйду в свет? А, там духа я умерла, давай выходи. Только не сдохни. Не спел. Блядь, не спел, проебал. Китами. Подождите. Стоп, тьма. Войд. Изи босс. Если никто не тупит, все боссы изи. Тьма, бей. Раздавак. Сейчас. Еще один из тьмы, свет. Не, я сейчас выйду. Или уже вышел? Вышел, по-моему. И, или нет, это выносил мы. Я в свет, Мася. Выходи, выходи. Застань, застань, извините, правильно, пацаны. Так, сущность 50%, зачем? Нормально, бьем. Потому что там 60 по ХД со мной. Бьем, бьемся. Дайте по ДПСить. Тьма, бейте, вы чё? Говно, так уже. Говно, так.
Да, ступни упали, да. Отделили шмот просто там, я не знаю, выпало вообще не то, что хотел. А отдельных ХПС и поглощения?